разбойники, рыцари смерти и так далее, наверное. Паладина жрецы. Не сейчас. Им надо подождать. Но если не надо, не нужно будет разбойникам и охотникам, забирайте это кольцо и гелик. Вообще, да, одевают. Ну так мало народу граждан. Что вы делаете? Давайте танки агрить, хорошо. Короче, ромбик сидите. А потом тактика. Только без АУЕ хочешь. Давайте печеньку заразить.
Не надо, вы бейте так точно так. Поднимает танк. Танки определитесь, короче, кто кого танчит будет. Агрики трэш, который отстал. Давай, дыхай, иди. Давайте бабка вешать. А ты на кинетиках посидел, скажу, дай возможность помогать. Батрейдер готов. Думали, что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Неподходящий. Нет разумения. Силу смерти позволит Валанару свершить отмщение. Десет точечно, бейте кинетика, далеко падают. Там, в середине зала. РДД подбейте. Thank you.
Зачем паладину, блин, надо как-то? А тебе зачем паладина на кольцо? Тебе нужно это кольцо паладин, ты мне скажи. Да, но вот я тебе не дал. И это кольцо вообще не нужно. Я самый плохой ролл в мире. Так а что за кольцо-то? Да обычное кольцо какое-то обоссанное, на меткость. С меткостью, короче, там на этих, на волков всяких. Вот, паладин захотел это кольцо, я ему не дал, потому что там меткость. Ну зачем ему не надо? Дал магу. Чтоб попадать хилом. Не знаю, может новая мета, там я год не играл. Почему? Полипало меткость заходит. Я первый раз это слышу. Ты знаешь? Правосудием не мазать. Правосудием не мазать? Да, ну конечно. Правосудием. Еще шоком попадать, да? Шоком нет. Давайте отъешьтесь, я сейчас поставлю метки, короче, кого кусать. Кв ты делаешь, да? Это получается, на, короче, это, чтобы QV укусили, да, первого? Я правильно понимаю? Укусить людей. Короче, надо, чтобы первого укусили QV, да? Никто не бейте. Главное, чтобы этого его укусили. Ты на него метку кинул? На килы? Ну.
зачем мне умер тот, ну вот таким. Не бейте, не бейте, ладно, даже. А, ладно. Убегай. Куда ты убегаешь, шаман, бля? Когда такая шняга появляется, шаман, надо, короче, сбегаться, понял? Кива, где ты бегаешь, блядь? Бегайте из пак. Блядь, сука! Боящийся пенник, короче, выбегайте. На дрейдер и волшебно. А где Кива бегал, блядь? Какая жалость. Так, чё за фигня? Зачем? Зачем вы лама оттуда выбегал? Понятно. Падайте, конечно. У тебя не получилось. Какая жалость. У тебя не получилось. У тебя не получилось. Начинаем представление. Какая жалость. А как ты укус потерял, Макгрегор? Блять, я вообще должен был быть в танке, я, блядь, ступанул. У тебя не получилось. Какая жалость. Какая жалость. Вот как. У тебя не получилось. Блять, это моя проёба. Зря в баре взяли. Да ладно, ничего. Все косячные. Некоторые даже паладином это кольцо на метке тоже показало. Бабки не все побыстрее, да сразу.
А как этот квест вообще делается? С окофом. Короче, QV должен получить первый укус, правильно? Да. Ну все, ладно, не трогайте и все. По-хорошему лучше получить сразу укус, правильно? Уже три раза еще должен укусить. После укуса начинаем бить, да? Да. Хорошо. Это не поможет. Ну давай, пофиг, я напугаю на QV. Это было неразумное. Кто не бьет? Босса вообще даже не автоатачит, никто не бьет, это танк, у него там урона вообще нету. Кто может ходить? Кто может бить, когда? Дайте спад. Слишком далеко. Продайте же. Нужно подойти по одному. Сейчас. Усай РДД зону лучше, ДК. Там хантов всяких. Или Макгрегора там. На этом мире. Блять, убегайте. Я сейчас танки, я вообще не кусаюсь. Нам вообще успеет крежу посетить. Нельзя спустил уже там. Хотя на антифер там не знаю кто это. Начинаем представление. Я не могу атаковать эту цель. Не сейчас. Thank you.
пение, выходи. Шаман. Или вы шаман. Райгулы насмерть будут стоять за королевы льда. Прошу умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного фитильфона. Это пустой болтовник. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Давайте, ЛДшки правую, ЛДшки левую. Только аккуратно, не сагрики в трафе, который гладит. Вперед!
Понятно. Греться хоть после смерти. Невеже. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Я пока не могу использовать эту способность. Деньги взял в этот гарпун. Уже 4 хила, да? У нас один хил бенхи, он может спекнуться. Давай, спекнуться. Пустить меня на опыты. Этого друга бедолага. Бабыч, ревная вот этот вот, и Певчанский, Ваку, короче, будет хилить, а остальные пусть проигрывают.
Дровика умеешь валить, Филипп? Ну все, покили. Кого чего нет, там дайте. Поешь, там не знаю. Все, куда их ставлю? По возможности вообще все хильки. Вот. Это не прошло. Дроид еще в портал не зашел. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Ты умеешь вообще вальку хилить? Понятно, блин. Не очень. Это вообще не тот дроид, оказывается. Извиняюсь. Вы чё он стоит, ну стопом хилит, короче, эту вальку. В портал не забегает. Это вообще другой дроид, оказывается. Силы возвращаются ко мне. Герои ещё открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. И подавление слева. Все как выйдет, потому что портал сразу добит и дело. Что же сейчас дали даже? В принципе, так забыли. Ну не, вообще круто. Слева сверху огонь. Сейчас, если еще и держит его. Что давайте. Давайте. Это возложение рук в один. Следующий инфинит. Я излечилась. Изера, даруй мне. Ура! Какие вы красавцы. Захилили Валю почти фул без герб. Вы по-любому тянули, да?
напала Редрика Великого. Может, вы запер дрот дадите, а то он не рулю. Кто запер забрал? Дроид другой. Ну дайте ему тоже. Дроид, который завтра забрал, отдай, ну, тот бедолага вообще на голову. Запястья не нужны, если тебе отдай друиду. Другому друиду, жабрич. Ну, ничего, то, что он забрал. Ну ты Эрдру? Ты сейчас к Эрдру идешь или к кем? Ты сова? Совей тебе запы нафиг не нужны. Совей вообще дух не нужен. Да у него лучше. Ну если жабыч не нам, тогда базара нет, оставь себе. Какой жабыча лучше? Вы чё? У него хуже. Вы чё, сравнивать не умеете или что? Ну, блин, давайте этому жабочку отдай. Чё ты такой жадный, блин? Ты а вообще ты сова. Ты уже отделаете? Да ну какая разница, отделай, чё там снять можно? Можно подумать, их прямо сейчас уже зачаривают, соки-то все вставил. Да не, их можно передать. Нельзя так делать, я вот. Да, я тоже так свой последний печейку проспал. Беровка. Да, так не надо, не надо делать. Не надо там. Можно ролить, когда Рел на ролл кидает. Это глупо немного. У вас 25 оп пошел голый Эрдру. И эта кожаная шмотка по умолчанию на моем спеке ему должна уходить. Не придумывайте сказки. Вообще ничего не шарю, из меня Эрдру плохой дом. Нет, он просто... У меня аддонов ничего не пойду так. Вот убили, смотришь лут, какие смотры тебе нужно и готовишься ролик. За ворот тащите. Нет, не норм, советов не нужен. Насколько я помню.
Вот теперь поменял. Что стали? Давайте идите агрика. Второй танк медведь. Или первый танк, не знаю. Второй танк Макгрегор. Давайте эти гуши туда принесем. Чтобы поставить по возможности. Да блин, глыба не работает, ёпта. Так, короче, нет. Поднимите рабочую. Добавьтесь. Там танки редюс мод, может они ходить, короче. Клеточки будем под босса вносить. Дайте 300 баф, пожалуйста.
так что нам готовы. И у вас что? Кеду тоже надо поезд доделать? Понятно, давайте пугайте. Все в кучу встали. Давай, медведь, или кто там? Видите там тьма. Когда метки будут выносить под босса, мелики не заморозки. Друг на друга. Метки никто не бьет. Разбейте левую метку. Написал тут, разбейте сразу, меня не убьет. Сильно разбейте, быстрее. Право падает. Не по центру. Все, можно так разбивать. Правильно разбейте. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! И сейчас. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Бессильно! Легкий сейчас будет, короче, побольше доступ на пенту меня. Ты можешь сразу разбить. Но я не в метке. Помогай, что только я не метку разбиваю. Помогайте метки быстрее, можете сливать чуть-чуть. Крайнюю метку один ядер. Давайте продолжаем с других метки. Под босса вынуть. Зачем с первого под босса? Все метки будем под босса. Красавчики, мелик. Давайте, нет. Сейчас.
эту метку не бьем, чтобы будет не так. Понятно. Добивайте метку. Метку под бокс. Как вы морозитесь с тобой? Позаебали. После этих метров, короче, первым он сюда. Первым. Эту метку разбили, остальные все правильно. В сторону метку, в сторону. Сейчас плетяшка, вот в сторону, плетяшка еще. Стоп, пути дамаг, сейчас метку под босса будет притяжку. Скидывайте стак. Да, все можете разбивать метку. Устраивай метку, ладно. Ну что, страшно, развивайте быстрее. Надо просто чуть аккуратнее. Берите, развивайте метки, а туда дети босс. Давай дерево поднимаем, эгрегор. Сколько там вообще? Отойдите от метки. Все, добили. Да, блядь, плотная катка. Не видно, молодцы. Квест, давай квест быстрее. Блин, так бегу вправо, метка идет вправо. Бегу влево, метка идет влево, некуда бежать. Так, КВ в танк тогда получается. Теперь. Я дро дам, да, сразу. Воин, охотник, шаман. Может, до одного танка чуму в сторону носить. А что с гневными урдалаками будешь делать? Заливать. Долго шаркарей заливать будем. Да не, у нас... Не надо в одного танка, как обычно, просто проблему в центре. Чтобы чуть-чуть впервые перевести на первой фазе, мы будем жертвовать все, но я не вижу смысла. Чем мы будем жертвовать? Я сбил 2 минуты. Гера не откатился сейчас, да? 7 минут. Понял. Хотя мы можем так перевести, да, быстро. По один шаркарь остался. Давайте хавайте, пейте, бафуйте. Надеюсь, все умеют чуму заносить.
хамп на сверху, короче, посидишь. Ем. Один должен справиться, короче. Рыбу поставь. Пойдите запускать или что? Короче, Юнт, и правду ставь, короче, ты ближе к боссу, а я чуть дальше. Вот, правда было. Неужели прибыли наконец? Ставь, короче, трап, как обычно, вот. Мне понятно было. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. 25 гер, да, сегодня 18.00 будет, верно? Я не знаю, наверное. Встаньте сюда, где я. Друид, бахай лапу, лапу быстрее, пожалуйста. Да, если с тобой иду. Твои крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Вот тут я буду стоять. РДД, идите сюда в звезду. РДД, сюда, идите веселее, быстрее. Встали сюда. Иступление снимай, ханты. Ханты с шарпа еще. Подтяни Силюча ближе сюда, вот звезду. Чтоб ближе звезде стоять, вот сюда. Кто-то повел сразу под чуму. Сначала нужно выбрать цель. А чё вы? КВ. Первый раз убивай хан. Духа морду не лезть. Блять, Хант, ты совсем не понимаешь, да? Уйди к рейду. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Блин, как повезло вам. Я лича держу, слышишь? Первую станю, вторую, третью сами станем. Вышли из подвала.
когда спустится первая валька, сразу бегите вправо-влево, слушайте. Готовьтесь. Спустилась, побежала. Пошли. Треугольник вам разбил. Нет, не надо вас. Уходите быстрее. Осквернение секунда. Выходим. К краю идем. Центр переводить. Я проморожу вас насквозь. И вы разлетитесь на ледяные осколки. Убери дух. Можешь не стоять вместе со мной, Сава, не лови. Надо леча хватать, он на крови сейчас должен быть. Владислав, сбей, что там, изгнание нежит в комнате каст. И бей дух. Сейчас кого-то в комнату заберет. Мне нужна цель. 3 секунды хилы, приготовьтесь. Вот захильте ханта, все. Класс. Величайшие герои Азерота.